Дорогие друзья, я с удовольствием хотел бы пригласить вас на праздник музыки 1 октября, как всегда. Международный день музыки, филармония открывает свои двери для нового концертного сезона, открывает свои двери для традиционного музыкального международного фестиваля «Самарская осень», который в этом году будет посвящен 30-летию Всероссийской газеты «Музыкальное обозрение». Вы все знаете, что это очень уважаемая и любимая газета всех музыкантов. В этот вечер вас ждет замечательная программа. Третий концерт Прокофьева исполнит выдающийся современный, хотя еще молодой, сравнительно пианист Александр Гаврилюк. Очень советую познакомиться с его искусством. Он завоевал уже, можно сказать, полмира. И оркестр подготовит для вас уникальное сочинение Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Сочинение, которое многие из вас знают, но об этом не подозревают. И вот в данном случае вы можете с ним познакомиться поближе на концерте 1 октября, в День музыки. Приглашаем вас от всей души и ждем вас.